У Акима Темиртау подтвердился COVID-19. Наличие вируса у него обнаружили во время скрининга. Как сообщил сам Галым Ашимов, заболевание он переносит бессимптомно. У него нет ни температуры, ни кашля, поэтому в ближайшее время он будет руководить городом дистанционно. У сотрудников Акимата, находившихся в непосредственном контакте с градоначальником, анализы отрицательны. Стоит отметить, что Темиртау Карагандинской области, один из лидеров по числу заболевших, город долгое время находился в строгом карантине и только накануне был открыт. Сейчас в 180-тысячном городе больше 350 зараженных коронавирусом. Дорогие друзья, уважаемые земляки, хочу выразить большую благодарность вам всем за высказанные в мой адрес пожелания, сочувствие. Хочу вам сказать, что чувствую себя неплохо, нахожусь на домашнем карантине. Хочу пожелать вам всем благополучия. Соблюдайте санитарные нормы, носите маски, перчатки. Дай Бог вам всем здоровья, берегите себя и близких.